Всем привет, салам, хай. Это вот театральная площадь, тут кинотеатр «Ракета». Это вот театр в Евпатории. Там парк, фонтаны. История города. Вот с самых древних времен, как она называлась. Правители. Екатерина II. А гербе Евпатории. Это вот вечный огонь. История огня. Городу 2500 лет, и он назывался раньше Керкинетида, потом он стал Гизлев на крымско-татарском, а потом Евпатория.